показывать свои достижения, чтобы мы сами о них знали. Мы не всегда знаем о своих достижениях. И мы такая большая страна, такая многогранная, что нам нужно показывать свои регионы, особенности регионов. Это всегда важно. Поэтому ну, очень трудно переоценить значение этого. Новые регионы стремительно интегрируются во все аспекты нашей жизни. Они по тому пути, который уже давно, можно сказать, давно уже прошел Крым. Мы уже приобрели определенный опыт. Это позволяет нам обеспечивать более быстрое продвижение новых регионов. Это первое. Есть осложняющие элементы в виде продолжающихся боевых действий специальной военной операции. Но тем не менее, никто не ждет, когда они завершатся. Вы видите, что с экономической, с образовательной, с культурной, с финансовой, с точки зрения безопасности, регионы стремительно интегрируются в страну. Я убежден, что этот процесс дальше будет продолжаться очень быстро. И в течение буквально нескольких лет вот эти российские регионы уже во всех ипостасях станут российскими.